Мне бы хотелось спросить, что вам больше всего понравилось в нашей школе? Вы знаете, наверное, я вот все, где мы были, все, с кем мы встречались, что мы увидели, понравилось все. Начиная от входа в школу и вот заканчивая кабинетом директора, где мы побывали, просто молодцы, и все очень понравилось. А что бы вы хотели перенять у нас в ваших учебных заведениях? Как бы... Да, вы знаете, всегда есть в каждой школе поделиться опытом, потому что работают очень индивидуально, работают личности преподавателей. И, конечно же, мы возьмем себе на заметку некоторые идеи из вашей школы в воспитательной работе. Обязательно по организации питания нам понравилось, как у вас работает вот ваш школьный ресторан. Можно бы еще поинтересоваться, чтобы вы изменили в моей школе. В вашей школе? Ой, мне кажется, в вашей школе все прекрасно. Я вам только пожелаю дальнейшего развития, дальнейшего совершенствования и всегда быть такой дружной, теплой компанией вместе с вашими учителями и учениками. Что вам больше всего понравилось в нашей школе? Атмосфера, которая здесь царит и на уроке, и во внеурочное время, и даже во время питания. Музыкальное оформление, методика работы воспитательной системы. Здесь все увязано воедино, и даже за короткий период пребывания это видно, что здесь все вместе, и дети, и родители, и педагоги. А что бы вы хотели взять из нашей школы вашу, то есть как бы перенять из нашей школы вашу? Ну, у меня цель визита главная – это посмотреть дизайн, систему школьного питания, так как мы сейчас строим новое здание. Поэтому вот прежде всего это, ну и, конечно, те технологии, которые используются в учебном процессе и в воспитательной работе. Что бы вы изменили в моей школе? Надо еще побыть не один денек, тогда, может быть, что-то и нашли. Пока ничего. А что вам понравилось больше всего в нашей школе? В вашей школе я второй раз и приехала потому, что в первый раз мне все очень понравилось. И хотелось как-то более глубоко еще поговорить с Дилярой Саликовной, посмотреть со стороны на учеников школы, на то, что они делают. Очень понравилось ваш ресторан школьный. Организация системы питания очень интересная, и мне показалось, что ребята именно всем питанием в школе довольны, потому что они могут выбирать. И второй момент, мне очень нравится в вашей системе, это уроки ритмики, третий час физкультуры. Я сегодня получила огромное удовольствие от детей лицея номер 146, которые показали свои таланты в танцах, в команде, во взаимодействии. Поэтому огромное всем спасибо. А что бы вы хотели принять из нашей школы в вашу? Ну, много есть таких вот вещей, которые, в принципе, мы либо пробовали уже, либо будем пытаться пробовать. Ваши деловые завтраки очень нравятся. Мы пробовали такой проект, у нас был проект полдников, немножко не в таком формате, поэтому будем как-то вот этот вопрос регулировать. Вот с третьим часом физкультуры сейчас прямо я загорелась, поэтому мне очень хочется, чтобы у нас тоже это воплотилось. Ну и очень понравилась система, воспитательная система школы, которая представляет собой комбинацию проектов, очень интересных проектов, поэтому вот хотелось бы еще в этом направлении поизучать ваш опыт. А что бы вы изменили в моей школе? Ой, вы знаете, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому я, не являясь членом сообщества, ничего не могу менять в вашей школе и не хочу, потому что я поняла, что у вас решения принимаются всеми членами образовательного пространства. И родители участвуют, и дети участвуют. Поэтому я думаю, что здесь есть те, которые, если захотят что-то поменять, то обязательно это сделают. Я желаю вам удачи. Знаете, в вашей школе много интересного. И сказать, что понравилось больше, очень сложно. Очень интересная воспитательная система, уникальная вообще система питания.
вот, собственно говоря, зачем мы сюда приехали. И видно, что у вас директор уникальный, который все это дело заводит, организует и вдохновляет. Что бы вы хотели перенять из нашей школы в вашу? Много чего хотелось бы, конечно, но вот меня больше заинтересовал момент с питанием, потому что вот как бы у нас в нашем городе это немножко не так организовано, качественно, я считаю. И есть идеи интересные, может быть, не все, но какие-то элементы мы бы, наверное, хотели у себя видеть. А, хорошо. Что бы вы изменили в моей школе? В вашей школе? Да, может быть, что-нибудь добавили. Может быть, что-нибудь... Очень сложно говорить за один день, потому что менять хорошее сложно, меняют, как правило, что-то хорошее на лучшее, да? Пока вот я не могу сказать вот в столь малом объеме времени, что менять надо вам. Мне кажется, вы двигаетесь в правильном направлении, ну а расти всегда есть куда. А что вам понравилось в нашей школе? Честно говоря, понравилось, наверное, все, что я сегодня увидела. Но, конечно, больше всего понравились ваши маленькие дети, потому что очень доброжелательные, очень открытые, в прекрасной форме, которая напоминает мне детей своей школы. Поэтому сегодня в одним днем я побывала практически даже немножко у себя в школе. А что бы вы хотели перенять из нашей школы в вашу? Ну, первое, мне, конечно, очень понравилось сегодня, как Ольга Николаевна представила систему воспитательной работы в вашей школе, поэтому настолько интересно, что, конечно, очень бы хотелось, чтобы эта система заработала в школе у нас. А какой у вас был самый запоминающийся момент, который вы сегодня увидели в нашей школе? Ну, это, наверное, ваш руководитель, потому что ее энергетика, я думаю, что позволила здесь создать все то, что мы сегодня увидели, и то, что нас восхитило. А что бы вы хотели бы изменить в моей школе? В вашей школе изменить? Ну, я бы, наверное, пожелала вам, скорее всего, что доделать тот ремонт, который начали вы делать, я так поняла, что вот совсем недавно, он просто прекрасный у вас. Поэтому я думаю, что будет комфортно и вашим педагогам, и, конечно же, учащимся вашей школы.